Добрый день. Добрый. Вы знаете, мне нужно 30 яиц, только мне вот положить не во что. Можете мне упаковать как-то покомпактнее, чтобы в сумку влезло? Одну минуточку. Угу. Спасибо. Вот. Самая компактная упаковка. Между прочим, яйца в ней могут храниться очень долго и никогда не испортятся. Вы мне еще спасибо скажете. Можно сказать, от себя отрываю. Пеструшкой зовут. Берите. Ну, редкое имя. Берите, берите. Как таланта сестра называется Кра, так и наша программа. Шесть кадров. Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер. Шесть кадров. Чем крупнее арти, тем короче репри. Нас всего в антрепри. Шесть кадров. Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею. Вот за что я так лю. Шесть кадров. Мужчина, что вы делаете? В туалете курить запрещено, у нас работал датчик. Хорошо, что сработал. Ваше не дозовешься. Ни мыло, ни полотенце. Несите. Вы, шеф-повар, вот это что? Это греческий салат. Греческий? А где это? Оливки, брынза. Помидоры, зелень, где? В Греции сейчас кризис. Если вы хотели оливки, помидоры, брынзу, это вам надо было германский заказывать. Или хотя бы шведский. А греческий сейчас вот так. Ну, хорошо, хорошо, ладно. На! Помни мою доброту. Ну, миленький. Ну, родненький, ну, пожалуйста. Ну, сделай так, смотри. Смотри. Нет, не так вот, а вот так. Ну, пожалуйста, родненький, ну, сделай так, я тебя умоляю. Девушка. А? Извините, а чем вы занимаетесь? Так, понимаете, муж сказал, шубу купит, когда рак свистнет, понимаете? А, когда рак на горе свистнет. Понимаю. На горе свистни. А я-то дура у речки стою и думаю, чего он не свистит? Так, где у нас дура? О, сейчас, родной, сейчас, секунду, секунду. Оп, так. А ну-ка, поставим, я проверю. Опаньки. Хорошо. Все замечательно. А че это вы меня привязали? А это... Чтоб вам комфортнее спускаться было. Ага. Не переживайте, вы же у нас вот так. Вот так хорошо. Вы же у нас не первый. А ну давай. Опускать, поднимай. Вот так хорошо. Сейчас не упадёшь. Вот так. Хорошо. 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 Вот так. Вот и все. Сладенький. Ребят. Встретимся внизу. Пошли, 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 пошли. Нам еще. 15 человек, друзья. Ну что ты стал, придурок? На себя посмотри, козел! Куда ты лезешь, идиот? Баран, рот закрой! Дебилы, дома сидите! Автомобильный разговорник, издание третье дополненное, книга для тех, кто за рулем. Автомобильный разговорник поможет вам в трудную минуту. Ну что ты вылупился, баран? Едь давай! Права по-ну покупают! Звоните, и мы поможем вам спокойно чувствовать себя на дорогах. Мужики!
Сегодня очень ответственная игра. Можно сказать, ключевая игра. А еще точнее, переломный момент всего нынешнего чемпионата. Поэтому, мужики, тактика такая. Выходите на лед и всем звеном плотно становитесь в ворота. Вот так они нам никогда не забьют. Понятно? Слушай, смотри, зеленый и здесь серебром немножко, а? Углиня. О! Кович, ну ты нормально, ну пойдем уже. Ну что значит нормально? Ну вот вы женщины все одинаковые, все вам нормально, понимаешь? А для меня это важно. Красная была тоже ничего, кстати. Но вот зеленая, она больше к моему ящику для инструментов подходит, а? Нет, красная тоже ничего была. Ну вот, я бы желтую взял, но у меня под нее обуви нет. Ой! Слушай, давай еще красную посмотрим, а? Хотя зеленую тогда. Вот я сейчас принесу, посмотрим, сравним. В этот день Штирлиц не боялся уже ничего. Сегодня Штирлиц узнал, что сценарий 17 мгновений весны уже окончательно утвердили. И немцы с ним ничего не сделают до самой последней серии. Поэтому он чувствовал себя как дома. Служу Советскому Союзу! Ура! Зина! Зин! Ну, пусти меня домой, я спать хочу. Зин, ну ты же знаешь, я так не усну. О! Зина, 5 часов утра, мне через 3 часа на работу вставать. Зинаида, аккуратней. Дело. Я не понял, а чего это вы в моем компьютере копаетесь? Здрасте. Да что вы такое говорите, копаетесь? Кто копается? Я вам тут порядок навожу. У вас вон на рабочем столе мусора сколько было. Корзина вся была вон переполненная. Я вам все аккуратненько документы вот все разложила, все. Тоже мне копаетесь. У меня работа такая. Я везде должна убраться. Копаетесь. Ну, вам и спасибо сказала, то копаетесь. Оно мне надо копаться в его документах. Никакой благодарности. Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Скажите, а на фамилию Шинов посылочка не приходила? Одну минутку, сейчас посмотрю. Ага. Ой, да, есть. Есть, да? Да, есть. Держите. Ух ты. Это от дедушкины посылка. Интересно, что мне дедушка прислал? Ух ты. Молодец, дедушка. Дедушка мне самогоночку прислал. Сейчас попробуем. Что за самогоночка? Молодец, дедушка. Хорошую самогоночку прислал. Будешь? А? Ну, как знаешь.
Ой, а вы кто? Вася. Василий. Василий Евгеньевич. Извините, а где здесь у вас кухня-то? А то у нас кишка к кишке бьет по башке. Ой, понимаете. Чую, за мной. Нет, что там нету, Андрюха, не нравится. Что-то как-то тут не солидно. А ничего здесь все нищие. Чего они на одной лыже катают? Ну да, Лосича, две лыжи купить не смогли, что ли? Мы-то солидные люди, нам-то на две лыжи хватает, а? Ладно, поехали кататься, мы-то с тобой лыжники. Дорогая, ты не видела, куда я делал свои перчатки? Дорогой, ты, наверное, оставил их в карете. Ах, какая досада. Ну, полно так переживай. Возьмись мои. Спасибо, сударь, премного благодарен. Вы просто спасли меня. Да как вы смеете, сударь, при всех уединяться с моей женой для приватной беседы? Вызываю вас на дуэль. В парке в 7 утра. Завтра. Еще раз благодарю за перчатку. Не дышите. Дышите. Не дышите. Дыхание у вас в порядке. Теперь проверим пульс. Смотрите. Не смотрите. Смотрите. Не смотрите. Пульс у вас тоже в порядке. Поздравляю. Кто следующий? Значит, вы утверждаете, что он тут стоял, когда на него плита упала? Он тут стоял, когда на него плита упала. А? Фотографируйте, Петров, фотографируйте. Будем разбираться. Добрый вечер. В эфире новости. Коротко о главном. Объем финансовой помощи Греции обсудит на ближайшем заседании глав стран ЕС. Извините. Извините. Продолжим. Вот эти. На сахар все одинаково сбрасывались. Только кто-то себе 3 ложки кладет, а кто-то 1. Ложечка. А то поналожите себе 3. Молодой человек, можно вас? Слушаю. У меня в рыбе кости. Вы же заказывали не филе рыбы, а просто рыбу. Вполне естественно, что в рыбе есть кость. Но не такие же. Я заменю. Шесть кадров.
ты отдохнула. Все эти спа, эти омолаживающие процедуры. Но оно того стоит. Как будто лет на 20 помолодела, правда? Да, да. Это, не бойся, и денег стоит, да? Да, это да. Но эффект, что называется, налицо. Да. Ладно, мы пойдем. Маш, давай маме ручку и пойдем домой. Мама тебе сюрприз приготовила. Он тебя дома ждет. Счастливенько. Надо мужа богатого искать. Чтобы тоже так лет 20 сбросить. Давайте еще 2 километра. Все, я не могу больше. Нет, нет, надо! Послушайте, неужели вашему банку так принципиально, чтобы я тут каждый день по 3 часа потом обливался? А? Принципиально, Эдуард Владимирович. Вы же взяли у нас кредит на 30 лет. Поэтому нам нужно, чтобы вы вели здоровый образ жизни и успели выплатить нам кредит. Давайте еще парочку километров. Давайте, давайте, давайте. Не ленимся, поехали! Ну, поднажмем. Отлично, отлично, отлично! О, ох, ну, умничка! Да, вот это ночка. 4 часа бурной любви. Давно такого не было. Ой, да уж. Я теперь на работе точно усну. Слушай, ты бы сходил к соседям-то, поговорил с ними. Ну, пусть они все как-то уж контролируют, ну. Да, надо с ними поговорить. А то, ишь, разошлись. Куда ж ты, стрела моя, залетела? Где же ты, невеста моя, царевна-лягушка? Отзовись, выйди, я тебя расколдую, поцелую, и обернешься ты девой красной. О, царевна-лягушка? Да не дай бог, что вы, я тут совершенно по другому делу. А вам, я так понимаю, лягушка нужна? Нужна. Я на ней жениться желаю. А, хотите всех посмотреть? Вон та, толстенькая. А, Анжела? Ой, прекрасный выбор. Значит так, не обижать, лягушечьи шкурки не жечь. У нас сейчас с Кощеем очень напряженные отношения. А, на приемы к царям можно привозить в коробчонке. Держите, доставайте, потому что я их сама до ужаса боюсь, противные. А мне еще ее целовать, прикинь? А это что такое, а? Что это такое, я тебя спрашиваю, а? Я не знаю. А это чудо-нож из набора ножей Super Blade, который можно приобрести всего за 1200 рублей. И приобретая этот супер-набор именно сегодня, вы получаете в подарок эту супер-точилку для ножей Super Blade. Купите, пожалуйста, набор. 1200. У нас в убойном зарплаты никакущие. Иваныч, а что тебе дырка себе передаешь? А, это? Это у меня Чушкин заболел, вот человека и не хватает. Так ты их ближе поставь. Нельзя. В другом месте дырка будет. Все же рассчитано. Технологии. Понимаешь? Войдите. Здрасте, товарищ Сталин. Можно? Можно, можно. Товарищ Сталин, я чего пришла-то? Спросить, можно я на окно в комнатке, в маленькой, вот эти вот шторки повешу, а? Можно. Благодарствуйте, товарищ Сталин. Войдите.
Разрешите? Товарищ Сталин, можно мне после работы на часок в пивную, а? Можно, но только на часок. Входите. Здрасте, можно? Можно, можно. Ну, заходи. Товарищ Сталин, а можно мы с Томкой, так сказать, уже официально поженимся? Создадим, так говорится, социалистическую ячейку общества. Ячейку социалистического общества. Социалистического? Можно. Спасибо, Сталин. Томка, давайте. Войдите. Дядь Гёс, а можно я еще погуляю? Ага, только далеко не забегай. Спасибо, дядь Гёс. Да. Абсолютная власть. Это уже чересчур. Как таланта сестра называется кра, так и наша программа «Шесть кадров». Время быстро несет, и на все эпизод нам дает режиссер «Шесть кадров». Чем крупнее арти, тем короче репри, нас всего в антрепри «Шесть кадров». Только сядешь и вклю, все вокруг рассмею, вот за что я так люблю «Шесть кадров».